Добрый день, дорогие зрители канала! Сегодня с вами Исет Смарт, и в данном видео мы рассмотрим обзор прошивки Lineage OS, то есть у нас прошивка Samsung Galaxy S5 SMG900FD, и мы будем рассматривать Lineage OS. Вот такая вот у нас прошивка, которую мы прошили недавно. Свежая прошивка Lineage OS. Рассмотрим основные преимущества и, конечно же, недостатки. Здесь у нас все перекочевало с Synology OS. Больших отличий нету. Synology OS уже закрылась, но теперь Lineage OS все так же. Ничего особо изменений нету, но если мы зайдем в настройки, перейдем для разработчиков и заметим, что у нас root прав уже нету. То есть root права нужно отдельно скачивать и устанавливать. А ведь раньше было root права, здесь только режим суперпользователя нету, только для ADB. И можно будет выключить. Что плохо. Его нужно скачивать и отдельно устанавливать. У нас эта прошивка 7.1 и обе симки работают. С CyanogenMod 14.1 были проблемы со второй симкой, то здесь все это поправили. И видим, что приложений не так много. То есть у нас здесь парочку приложений. Gaps я установил пикову, и здесь только Play Market у меня. Браузер все можно скачать, это все в Play Market есть. Если мы перейдем о телефоне, то видим, что у нас 7.1. И это у нас 14.1 Lineage OS Now Nigel. Строка с состоянием. То есть здесь можно размещать часы по центру, справа или слева. Довольно удобно. Можно также слева установить эти часы. И можно по центру поставить. Я привык по центру ставить. Индикатор батареи. То есть вы можете текст, круг, горизонтальный значок, вертикальный значок. То есть если мы сделаем круг, то у нас здесь круг. Если мы сделаем текст, то только текст у нас отображается. Быстрый доступ, правый, левый, то есть такие пункты. Управление яркостью, то есть движение пальцем по строке состояния, то есть можно уменьшать яркость и увеличить, что довольно удобно. Мне этот пункт нравится. Печать, то есть печать может, сервисов нет у нас печати. Специальные возможности, здесь есть жесты, то есть можно с жестами озвучивать пароли, т.д. субтитры поставить. Конфиденциальный защищенный режим. Вы можете здесь включить защищенный режим для приложения. То есть включаете для Easy проводника защищенный режим. Вот таким образом можете обновить. Защищенные приложения также можете защитить свои приложения, поставить пароли. Также отправка статистики убираете. Или можете включить пользователи. Интересно, пользователи так же, как CyanogenMod OS, осталось. Вы можете здесь добавить пользователя и под новым пользователем создать свой рабочий стол, там свои настройки. В этом пункте вы ковыряете. Память. Сколько расходуется памяти, то есть за какое время вы расходуете памяти. За 6 часов, за 1 день, то есть использование памяти. Запущено при включении компьютера, то есть вы можете вот это все просмотреть. Что у нас нагружает память. Использование памяти приложений. Вот. Сколько памяти использует приложение. То или иное приложение. Остановить или выключить можете. Батарея. Наверное, всем интересно, какой жор батареи в новом андроиде. То есть у нас это Lineage OS. Сколько расходует батареи. То есть экран, сколько расходует. Система Android, связь. Вот это все можете здесь просмотреть. Звук. То есть звук довольно тихий. Я проверил звук, то есть когда мне звонили, я поставил на полную громкость, я его не слышал. Хотя на стоковой прошивке звук был прям громкий-громкий. А здесь все-таки тихий звук. В другие звуки вы можете здесь поставить звук блокировки, звук громкости при регулировке громкости, звук нажатия на экран. Все это можете настроить. Трансляция. Трансляции здесь устройство не найден, то есть здесь можно транслировать. Если включите, то можете транслировать изображение. Рингтон, также возрастающую громкость, то есть начальную и конечную громкость можете настроить. Очень удобно. Уведомления, то есть уведомления, сейчас мы посмотрим, какие уведомления мы можем получать от тех или иных приложений. Допустим, музыка. Важность уведомлений можете поставить на полную, не беспокоить. Вот это уведомление все. Экран. Экран вы можете менять яркость с учетом уровня освещенности. Но это не так уж хорошо работает, я его выключаю. Мне бы желательно, чтобы я сам регулировал яркость. Live Display. Вы здесь можете цветовую температуру поставить. Темнее, светлее. То есть вот здесь вы регулируете сами. Параметры вращения. То есть вы можете вращать ваш телефон даже на
180 градусов на 90 градусов. То есть автоповорот выполнять. Обои. Здесь тема у нас не предусмотрена, что плохо. А в CyanogenMod моде были темы, а здесь их нету, что плохо. Обои. Здесь только есть обои, стандартные обои. Можете установить себе какие-нибудь обои. Допустим, такой. Живых обоев нету здесь. И никак, только в галерее фото можно поставить. Спящий режим. Можете спящий режим через 30 секунд сделать. Можете через 15 секунд. Заставку я выключаю, мне заставка не нужна. Автоматическое выключение экрана. То есть вы можете включать экран при получении уведомления, а можете это отключить. Режим перчаток я включаю. Иногда я на улице хожу, и мне в перчатках удобнее нажимать. Так что вы можете это включить. Режим расширенного экрана. Здесь можете скрывать строку состояния, если вы не будете получать уведомлений. То есть скрывать строку состояния. Размер шрифта. Если вы плохо видите, то вы можете на полную шрифт поставить, увеличенный шрифт поставить, и в итоге увеличить ваш текст. Если вы плохо видите. Но в принципе мне и крупный просто хватает текст. Масштаб изображения на экране. То есть если вы хотите переписываться, то вам вы хотите поставить больше, то у вас будет отображаться масштаб изображения больше. Я ставлю по умолчанию. Передача данных. Еще если нажмете, то вы можете здесь попасть в режим модема и настроить. Также NFC включаете. Сетевые настройки сбрасываете. Приложения. Какие же приложения здесь есть? Музыка. Можете слушать треки. Audio FX, то есть это эквалайзер как бы. Можете выбрать один из понравившихся эквалайзеров и активировать. Камера. Что я могу сказать о камере? Камера у нас здесь плохо фокусируется. А мне этот пункт важен, то есть фокусировка самое главное. Но здесь фокусируется плохо при режиме съемки. Запись экрана, который я сейчас записываю. Стоковый браузер, стандартный. Встроенный браузер. Файловый менеджер не совсем удобный, я бы сказал. Мне не особо удобный, мне нравится более стоковый. Если мы зайдем здесь в настройки, то здесь в настройках о приложении мы видим, что у нас это LineageOS файл менеджер, то есть версия 3.0.0. Поиск, память, редактор. Если вы подключите вашу microSD карточку, то возможно будет проблемы при подключении. Он будет не определять его. Вам нужно его файлы перенести и отформатировать из-под самого телефона. У меня эта проблема есть. Флешку он не видит. У меня FAT32 и XFAT он не определяет почему-то. Странно. Его надо обязательно форматировать из-под этого телефона. Теперь посмотрим верхнюю шторку. Верхняя шторка не изменилась со времен CyanogenOS. То есть CyanogenMod все так же. Настройки все те же. Не беспокоит фонарик, батарея, Bluetooth, экономия энергии, точка доступа, обратные цвета, передача данных. Все так же, ничем не изменилось. Надеюсь, вам было интересно узнать об этой прошивке. А с вами был Исет Смарт. Ставим лайки и подписываемся. До скорых встреч!